Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных. Наш сегодняшний концерт мы посвящаем празднованию 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Мы внуки и правнуки тех, кто вынес на себе бремя невиданных испытаний, равного которому не знала история, кто ценой своей жизни приближал этот знаменательный день. Мы говорим «Спасибо за жизнь». Мы в неоплатном долгу перед вами. Низкий вам поклон за мужество и отвагу. Для слов приветствия просим подняться на сцену президента Российской академии музыки имени Гнесиных Галину Васильевну Майеровскую и ректора академии Александра Сергеевича Ржинского. Славы. И светлая память всех тех, кто принес нам победу, будет вечно жить в наших сердцах. И я нам всем желаю добра, благополучия и, конечно же, чистого неба над головой. Дорогие друзья, для каждой российской семьи это особый день, и, конечно, нам очень важно сохранить эту память, память о войне, память о подвиге нашего народа в войне, потому что, к сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше. И, конечно, мы счастливые люди, что большинство из нас лично общались с теми, кто своими руками, своими жизнями помог нам жить сегодня. И, конечно, ни за что, надеюсь, мы не согласимся с формулировкой «День примирения» или что там еще, то, что нам придумают. Потому что мы с вами наследники победителей, тех, кто свою вот эту высокую жертву уже заплатил, и кто помог не только своему народу, а освободил действительно все то пространство, которое мы с вами сегодня называем Европейским Союзом. И я не хочу сейчас говорить о тех нюансах, которые у нас сегодня есть. Я просто хочу в очередной раз нас всех своих поздравить с тем праздником, который можно, как и Пасху, назвать праздником праздников. Потому что это особый день, и не случайно эти два праздника находятся всегда очень-очень близко. Это праздник Пасхи, победа над смертью, победа над злом. И также и День Победы. Это победа вот над тем мракобесием, над тем действительно вселенским злом, который несла в себе вот эта фашистская национал-социалистическая идея. И сегодня, в этот день, мы продолжаем чествовать наших ветеранов, чтить память тех, кто уже ушел. И я очень-очень верю и надеюсь, что так оно и будет впредь. Итак, с Днем Победы, с великим нашим праздником! На сцене соло-хор отдела вокального искусства музыкального училища имени Гнесиных. Художественный руководитель и дирижер, заслуженный работник культуры Российской Федерации Елена Колмакова. Петр Ильич Чайковский. Финал из кантаты «Москва». Солисты Илья Быканов и Ангелина Селенкова. Партия фортепиано Анна Валеева.
Thank you.
светом скорби нашей пусть озарятся имена павших. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о городах, стертых с лица земли, разрушенных, но не покоренных. Вечная слава героям! Склоним головы перед светлой памятью павших за свободу и независимость нашей Родины. Объявляется минута молчания. Глазницы не брызнет. Знаю, песня тяжелых могил не откроет, но от имени сердца, но от имени жизни повторяю: вечная слава героям, вечная слава. Спасибо вам за тишину, за наше небо голубое, за то, что в страшную войну сумели мир прикрыть с собой. Концертный русский оркестр «Академия». Художественный руководитель и дирижер Руслан Канеев. Владимир Бурлаков. Стихи Юрия Сергеева. Молитва Иисусова. Исполняет Лейла Зубарева. Thank you.
Гений Мартынов, стихи Андрея Дементьева. Баллада о матери. Yeah!
Александр Цыганков. Белорусский романс. Вторая часть славянского концерта. Солистка Юлия Кузнецова. Thank you.
цыганков. Вальс. Солисты. Заслуженная артистка Российской Федерации, профессор Надежда Бурдыкина, Александра Краснова, Анастасия Селькова. Thank you.
глаза зеленые» исполняет Максим Павлов. Thank you.
Мотор. Если Волга разольется, в ней Волгин бьет волна, и если милость остается,
Обработка русской народной песни «Утушка луговая». Солист Григорий Кондрашин. Yeah.
Павлова. В его исполнении прозвучит казачья песня «Не для меня придет весна». Всегда в людских сердцах ваш подвиг будет легендарным. И сколько весен не пройдет, одну мы великой сделал в 45-м. Александра Пахмутова, стихи Михаила Львова. Сидят в обнимку ветераны.
сидят в обнимку ветераны. Немного выпили, не пьяны, а за спиной чужие страны, а в сердце раны, а в сердце раны живые мертвых вспоминают с тоской и болью вспоминают. И мне услышать голос милый, и мне обнять своих любимых, ничем помочь друзьям не в силах. Живые плачут на их могилах. Сидят в обнимку ветераны, солдаты, сестры, партизаны, сидят, поют, а в сердце раны не заживают такие раны. Сидят, поют, а сердце раны не заживают. Дорогие друзья, сегодня один из самых важных праздников в нашей стране, не только в нашей стране. По всему миру празднуется День Победы. День Победы над тьмой, День Победы над грустью, над тревогами, над боязнью. И сегодня мир
Очень интересен, разнообразен. Мы имеем честь, имеем счастье наблюдать его таким, как он есть. И благодаря нашим дорогим прадедам, дедам, бабушкам, потому что на их плечи была горькая доля смертей, горькая доля разломанных и изломанных судеб. Мои дедушка и бабушка также были на войне, прошли все. И боль, и разлуку, и самое главное, смерть своих детей. Но они, знаете, какими стали сейчас? Они улыбаются, они живы, и они хотят жить. Потому что самое главное, мне кажется, в чем смысл жизни? Быть нужным, быть полезным, быть кому-то нужным своим делом. Разрешите сегодня закончить наш концерт не грустной песней, как предполагали мы, но закончить ее, эту программу, чем-то очень веселым, что останется в сердцах надолго, чтобы мы все вышли из этого прекрасного зала, улыбаясь, потому что жизнь на самом деле продолжается, жизнь прекрасна. Спасибо большое вам, что вы с нами, что вы сегодня поддерживаете тех людей, память о тех людях, которых мы очень любим, которые нам очень дороги, и с которыми мы, молодое поколение, пройдем до последних своих дней. Yeah!
наш праздничный концерт подошел к концу. Желаем всем доброго здоровья и мира. До новых встреч! Спасибо.